Добрым утром, мои дорогие подписчики и гости канала. Прекрасное утро. Утром не жарко. Свежесть, свежо. Они есть еще тут. Кричат. Доброе утро. Вот мы уже и дома, после прогулки. Ой, даже засохшие, переросшие появляются. Вообще уже цветов мало. Сухо, новые, наверное, растут мало. Кое-где есть все-таки. Завтра вроде дождь обещают. Ой, лишь бы не холодные и недолго, а то мои цветы кончатся. Они не любят долгие, холодные осенние дожди. А букетики еще интересуют моих покупательниц. Сегодня понедельник. Работа в теплице, в огороде. Нужно сделать букеты, собрать урожай, помидоры, огурчики. Всякое такое. Вот хотела подвязывать, но пока мы гуляли, Володя думал, что... Наверное, не буду с утра. И говорит, желательно вечером. Я вот уже забыла. У меня какой-то заказ есть на цветы. Один букет точно. Вот, и с сиреневым. Мне кажется, еще заказывали, но я забыла. Ладно, цветы буду под вечер рвать. Может, больше раскроется. Вот хорошенький. И так-то есть, но немного. Очень интенсивно я их продавала на эти последние 2 недели. Пойдемте в теплицу сходим. 10 час, 22 градуса тепла. Пока хорошо. Ну, если не в теплице начинать, то надо переодеться все-таки, выбирать, погреб доделывать. В общем, дел много в любом случае. Идем сюда в гости. Особой красоты нет, надо сказать сразу. Некоторые вон не принялись. А вот которые досевала, растут. Тут нету. Где надо, нету. В общем. И вообще они какие-то не очень. Заразились, наверное, они старыми болезнями. Вот тут вот я досевала. Растут. Тут уже полоть пора. Ну вот, подвяжу, буду обрабатывать и буду полоть. Уже половину мы с Алюсей подвязали. Что с ним будет, не знаю. Подвязывать не будем. Хотя вон надо зайти вырвать цветочки. Рано им еще таким немощем цвести. Подвязывала в темноте. Уже. Не знаю, сможет ли вылечить их Володя. Или нет. Я уже начинаю закупать сухофрукты. Зимой я торгую сухофруктами, орехами. Так что, огурчики, у вас шанс. Или я и вас буду продавать, или я буду только сухофрукты и орехи.
Ну, это дело за Володей теперь. Получится у него или не получится. То, что мы наделали, исправить. Пойдемте на улицу. Тут только вечером можно. Работы по установке котла. Он тут у него стоит, подключение идет. Сначала выбирать огурчики. Тем более тут хорошо. С утра пока теплица, сейчас будет жарко. И там, оказывается, тля. Вот она их крутит, там вертит. Будем выбирать урожай. Готовиться к завтрашнему дню. Горчица хороша. Ей ничего не страшно, она хуже не становится, она только лучше. Посмотрим, как идутся. Ночи холодные. Ну, немножко ж насобираем. Маленькие нашла, побольше нету. Маленькие. А вот и побольше. Ну, растут потихонечку. И вон, и там. Трава, огурцы. Выбрала я огурчики. Долго их выбирать, копаться тут в траве. Я и траву рву понемножку. Если дождь пойдет, тут вообще не зайдешь. Ну и огурцы же уже заканчиваются. Они уже больные. Осень. И холодные ночи пошли. Все равно они не будут тут вечны. Ну, навыбирала. Так же, как обычно. Больше, ну, даже больше. Большое ведро, это белое, больше, чем черное. Набрала. Дальше будем помидоры выбирать. Вот оно, ведерко нас ждет. Все-таки капуста меня интересует. Мне очень интересно, почему только одна. Все хочу заглянуть. Ну, тут, конечно, всякие мушки летают. Может, там все выедено. Но вот эта вот середина, листики, они были так сложены плотно-плотно. А сейчас вот как будто раскрываются. У меня опять появилась надежда, что, может быть, еще будет цветная капуста. Когда-нибудь. Но теперь нету. Одни листья. Уже осень. Уже все съели, кто садил свою капусту цветную. А у меня нету. Нету. И ни цветной нету, одни листья. Еще только там что-то пробуют. Возможно, будут складываться качанчики. Тяжелое ведро. Ну вот, начался сбор урожая на сегодня. Буду сортировать их по ящичкам, по сортам. Хорошо, что есть, что выбирать. Так, еще красненький добавим. Лишь бы были покупатели. А урожай есть. Круглыми желтыми насобирала опять розовых. Надо еще круглых желтых и круглых розовых. И все, хватит. Круглые желтые уже отходят. Они ранние. Это у нас просто помидоры поздние. Так они еще есть. Так что осталось розовые крупные. Розовые. Другое ведро с другой стороны стоит. Ну, еще надо перца. Ну, перец у меня там еще есть, лежит. Надо такого солнцем, которое солнце попекло,
дешевого на аджике переработки. Товар приготовлен. Подержанные перцы. Это сливки крупные, желтые, розовые. Они очень вкусные, мясистые такие. Вкусные, хорошие. Ну, это вообще шикарные помидоры, желтые. Вкусные, вкусные. Сливки почти 2 ящика. Вот эти вот розовые. Они уже отходят тоже. У них тоже уже такой вид и мягкие. Но они вкусные. На сок вообще изумительный. Сок такой с мякотью. Сладкий, густой. И розовые. Это наша классика. Мы их выращиваем и в огороде, и в теплице. Вот так. Сортировка тоже закончена. И хорошо, я успела к обеду. Теперь обеденный перерыв. Пойду делать салатик, разогревать обед. И вам тоже приятного аппетита. Работа идет. Не котяры, мы не плотники. На высоте. Ой, не дождусь никак, когда он будет уже подключен. Сварить было быстрее, что ли. Ну, конечно, тут он уже все поодевал. Такая мелкая и медленная работа пошла. Как же бабочки любят цветы в жару такую. Просто пекло на улице. А завтра по прогнозу начинаются дожди. Такое сомнение берет. Ну, есть уже такой прогноз. Я обеспечила себя работой на весь вечер. Хотя бы в ночь не уйти. Пока обработаешь их, пока уберешь листья, пока сложишь. Это очень долгое дело. Но я люблю эти букеты. Надо еще на улице кое-что. И потом букеты. Привет. Ну, мы уже гуляли, Варя. Ты опять гулять? А тебя не понимаешь. Нет, только не сегодня. Некогда мне. Мне тут цветов мало осталось. Такая клумба была пышная. Но я их столько много продаю. Вот потеряла цветочек. Надо будет забрать. А сейчас надо сходить в теплицу, хотя неохота мне туда идти. Кажется, не будет у нас огурцов. Они больные. С рождения, наверное. Или что-то не так делается там. Или там земля уже такая, что там невозможно расти. Что-то не так. Тут вроде немножко веселее. Больше, в смысле. Ну, я только что выбрала самые такие открытые, конечно. Но еще есть не раскрытые совершенно. 20 градусов. Тепло. Красота. Ну что вы, хоть что-нибудь изменилось тут у вас? Ну, средний листик вроде зелененький. В общем, я свое дело сделаю, а вы как хотите, решайте сами.
Мне на это смотреть больно.